Дмитровский городской округ активно участвует в программе правительства Московской области «Активное долголетие». Одним из направлений этой программы является посещение пожилыми людьми экскурсионных маршрутов во всех муниципалитетах Подмосковья. И наш музей-заповедник «Дмитровский Кремль» принимает активное участие в данном проекте. Сотрудники музея сопровождают группу от Дмитрова в поездке по городам Московской области, готовят путевую информацию и проводят экскурсии при необходимости. Со старта программы «Активное долголетие» наши пенсионеры побывали в Клину, Солнечногорске и Сергиевом Посаде. Все города для встречи экскурсионных групп заранее выбирали один из удобных для приема гостей. В Дмитрове каждая среда до конца года является этим днем. В эту среду к нам приехали люди пенсионного возраста из Люберец. Я сама в поездке первый раз. Автобус нам предоставили очень теплый. Доехали мы за 2 часа без пробок. Вот сейчас надеюсь, что в музее мы посмотрим. Организация была очень, ну, то есть на хорошем уровне нам все предоставили. Осталось только получить массу удовольствия и добраться обратно до дома. Ну что вообще знаете вот об этом? Слышала, что очень много по физкультуре, по оздоровлению сейчас в Подмосковье, в поддержку, как говорится, наш губернатор Воробьев все это самое, чтобы мы активно занимались на своем, устраивали себе досуг интересный. Вот. Ну вот, думаю, что через годик мы еще это все, какие-то курсы нам откроют для пенсионеров, потому что мы активны, мы хотим развиваться и не сидеть просто дома. Кроме музея-заповедника «Дмитровский Кремль», в маршрут включены следующие объекты: Николо-Пешножский монастырь, художественная галерея «Мечта туриста» и музей лягушки. Начиная с 9 октября по сегодняшний день в составе организованных экскурсионных групп Дмитровский округ посетило 515 человек. Группы приезжали из Сергиева Посада, Долгопрудного, Талдома, Дубны, Пушкина, Мытищ, Королева, Реутова, Лобни, Балашихи, Рузы, Шаховской и Люберец. Кроме организованных групп, музей-заповедник «Дмитровский Кремль» приглашает бесплатно всех пожилых дмитровчан каждую среду посетить увлекательные экскурсии, исторические экспозиции и познавательные выставки. Это 5 зданий музея абсолютно бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения на кассе. Индивидуально воспользовалось данным предложением уже более 200 человек.